Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстанет. Не останусь, скажу умные слова. Сначала будьте людьми, и потом орлами, волками, тиграми и львами. Как-то так. Ты видишь экран своего телефона больше, чем лицо своей матери. Жаль. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстанешь, может? Не останусь, скажу умные слова. Громким смехом не скроешь дикой боли. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Знай, когда ты все отпускаешь, к тебе приходит самое лучшее. Не бойся. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Удивительная штука душа. Никто не знает, где она находится, но все знают, как она болит. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Ну, подожди. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Присмотрись к тем, кто рядом с тобой. С тобой ли они? Или просто рядом? Как-то так. Человек, который сейчас всех ненавидит, когда-то сильно кого-то любил. Как-то так. Братуха, скажи нам сильные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Если живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями. Как-то так. Скажи нам умные слова. Подожди. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Ты пускаешь людей в свое море, они начинают в нем тонуть, и при всем этом обвиняя тебя. Как-то так. Братуха, ну, скажи нам умную фразу. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Чтобы начать новую жизнь с понедельника, нужно дожить до воскресенья. Как-то так, брат. Закрывай дверь, все. Базара нет. Вас, абреков, много. Разного возраста и с разными наклонностями. Много умных слов. Много как-то так. Ну, оригинал-то я. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Подожди. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. В темное время суток хорошо видно светлых людей. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. В следующий раз, когда тебе станет грустно, вспомни, сколько всего было хорошего и будет еще. Как-то так. Би-би-то, би-то. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Я не знаю, как заканчивается любовь, но если она заканчивается, видимо, это была не она. Как-то так вот. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Не останет меня. Не останусь, скажу умные слова. Помни, грязь, которую ты кидаешь в человека, может не долететь, а руки останутся запачканы. Люди думают, что будут счастливы, если переедут куда-нибудь. Но потом оказывается, что куда бы они ни переехали, они берут с собой себя. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Не бойтесь очевидной враждебности. Бойтесь наигранного дружелюбия. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Если в жизни идет дождь, смотри на радугу. Если стало темно, ищи звезды. Как-то так. Улыбайся. Даже железному терпению приходит конец. Даже самые сильные чувства умирают от вранья и безразличия. Как-то так, дамы и господа. Братуха, скажи нам умную фразу про любовь. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отношения – это то, что должно вас спасать в тяжелые дни, а не загонять еще дальше и глубже. Как-то так. Скажи нам умные слова. Опять ты? Дай руки помыть, отстань. Не останусь, скажу умные слова. Когда ты найдешь то, что так долго искал, знай, судьба не отдаст тебе это просто так. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстанет. Не останусь, скажу умные слова.
Ты знаешь мои проблемы лучше, чем я. Прости меня и даруй мне то, что лучше для меня. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстань. Я стану, скажу умные слова. Невозможно вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но можно стартануть сейчас и изменить свой финиш. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстань. Не останусь, скажу умные слова. Дело не в возрасте. Дело в том, что в голове в этом возрасте. Как-то так. Я не доверяю людям, которые не любят собак. Я доверяю собакам, которые не любят людей. Как-то так. Братуха, скажи нам мудрые слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Невозможно узнать человека ни за 5, ни за 10, ни за 20 лет. У всех у нас есть то, к чему никому не добраться. Опять с камерой? Конечно. Расстояние между истиной и ложью не более 4 пальцев. Истина – это то, что видят наши глаза. Большинство того, что слышат наши уши – это ложь. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Есть сердце, которое никогда не возненавидит тебя. Как бы ты его сильно не ранил. Все, пока. Если бы животные умели говорить, я бы прекратил свой диалог с людьми. Как-то так. Все было хорошо. Но потом мне приспичило в этом убедиться. Как-то так. Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны. Как-то так. Братуха, скажи нам умные слова. Опять ты? Да. Опять с камерой? Конечно. Отстань, я ничего больше не говорю.